Тема этого урока – месяц практики, а не исключение. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи валь мурсалин. Аля набийина Мухаммад. Ва аля алихи ва сахбихи ажмиаин. Амма баад. Ассаламу алейкум. Ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры, мир вам, милость Аллаха и его благословение. Многие из нас думают, что месяц Рамадан – это исключительный период для оставления своих грехов и совершения обязательств. А когда заканчивается месяц и объявляется день праздника, он возвращается к тому, на чем был до Рамадана. Он не получил никакой пользы от Рамадана. Он не понял его мудрость и не смог осуществить ту основную цель, ради которой следовало бы приложить свои усилия максимально. Месяц Рамадан – это период практики, а не исключение. Тот, кто относится к Рамадану как к исключительному периоду и оставляет запретные, тому обещана награда за это, так как это из возвеличивания Аллаха и возвышения его обрядов. Однако это не является покаянием и не поможет ему оставить свои дурные привычки, которыми Всевышний Аллах недоволен. Возьми пользу от этого месяца. Измени себя в лучшую сторону. Почва готовая. Двери рая распахнуты. Двери ада заперты. Шайтаны закованы в цепи, и они не могут повлиять так, как влияют вне Рамадана. Награды за совершение праведных дел великие. Сердца приоткрыты. Ряды в мечетях заполнены. Тот, кто сумеет воспользоваться этим благоприятным временем и проявит свое усердие в поклонении, это будет для него помощником, чтобы после Рамадана он изменился в лучшую сторону. У нас три состояния. Состояние в Рамадане, и оно бывает самым высоким. Второе – состояние до Рамадана, когда у человека закончился внутренний заряд. И третье – это состояние после Рамадана, и оно должно быть лучше, чем до Рамадана. И некоторые люди также неправильно рассуждают, когда думают, что пост – это диета. Или пост – это голодание. Нет. Пост – это не только воздержание от еды и питья. Однако он таит в себе воздержание от страстей, прихотей, от мерзких дел и поступков, от лживых речей. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в своем хадисе сказал: «Мен лям ядя кауля ззури валь амаля бихи, фалейса лиллахи хаджатун фи ан ядя таамаху ва шарабах». Тот, кто не оставляет во время поста лживые речи, действуя сообразно им, то Аллах не нуждается в том, чтобы человек оставлял свою еду и питье. То есть, если человек не оставляет свои греховные и мерзкие поступки и дела, то он не получил никакую пользу от своего поста. Сконцентрируйся, чтобы исправить свои великие грехи, к которым ты так сильно привязан, и ты не можешь представить себе их оставление. Но если ты обратишься к Аллаху с твердым решением и воспользуешься этим благоприятным моментом, Аллах поможет тебе быть прилежным и в другие остальные месяцы. Поэтому Рамадан – это месяц практики, а не исключение.
Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Самое важное, что мы узнали из этого урока. Первое. Месяц Рамадан – это не месяц исключения. Второе. Месяц Рамадан – это сезон практики. Это 30 дней дневной практики для оставления запретного и совершения благого. Третье. Месяц Рамадан – это месяц отказа от вредных привычек. Двери рая будут распахнуты. Двери ада будут заперты. Шайтаны закованы. Награды за совершение благих дел велики. Мечети полны людьми. Четвертое. Месяц Рамадан – это шанс для исправления греховных поступков. Мусульманину следует начинать исправление греховных поступков, к которым он привязан, прибегая с мольбами к Аллаху.